И, собственно, у нас воскресенье. И снова, ребята, гидрофолинг. Но теперь необычный. Теперь мы пошли учить Мишу. Я оделся по-модному. На улице тает говно. Вода. Что же она такая холодная-то? Холодная вода. Собственно, как говно, вот смотрите. А вот там Миша вдалеке. Сейчас подойдем к нему. Покажем ему мастер-класс на пилотирование в семнашке на гидрофоле. Посмотрим, что он умеет. И снимем все это крупным планом, как он будет наебываться в воду. Не переключаемся. Давай-давай, натягивай планку, держи катер 12. Доску на ребро. О, давай. Давай, мах. Мах, давай-давай-давай, мах. Крещи, во, встаем. Встаем. Опа! Так, семнашки, гидрофойл. Так, фойл обратно нахуй. Все. Ух ты, тянет-то как, да хуя. Надо это уменьшить. О. А петля условно. Она вообще нахуй не нужна. Все, подожди, я сказану. Смотри, Мик, видишь, какой рукой я держу, если я стартую туда. А у тебя наоборот было, но зато не получалось. Понял? Вот, ставишь на ребро. Да. Упираешься. Вот ты ее держишь. Делаешь мах. И поехали. Как-то так, что-то мелко-то. Сейчас отойдем поглубже. Если не знаешь, как отойти с гидрофойлом, можно сделать обычный гидрофойл бодидрак. Идет изумительно. Да, ветер. Без всяких проблем. Прямо очень круто на ветер. Опа! Ой-ой-ой, сука! Не задевай! У-ху! У-ху! Катя, 12. Сука! Не хватает ветра. Thank you.
Будешь кайши собирать? Под мелководью. Опа. Давай, русский старт. О! О! Держу. Самую ногу упирать. Кайт, а сейчас? Давай, упирать, упирать. Вот. Давай, мах. Ю-ху-ху-ху! Давай, маш, маш! Маши, 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 маши! Маши сильней! О, давай, давай, давай! Хуярь! Давай, давай!